Последнее время прям непруха какая-то. Ни везения, ни счастья. Не знаю даже, что с этим делать. О, счастливый билетик, точно. Транспортная реформа. Ну, а вдруг прокатит. 25 мая в России отмечается День счастливого билетика. Многие пассажиры мечтали получить тот заветный билетик, чтобы загадать желание съесть его, и оно обязательно должно было исполниться. Сегодня мы узнаем у волгодонцев, производили ли они определенные манипуляции, и что хотели бы загадать, если бы им попался счастливый билетик. Вообще пользуетесь общественным транспортом? Очень редко, но пользуюсь. Ну а вообще, счастливый билетик вам попадался когда-нибудь? Считали? Нет, в детстве, может быть, и считали, сейчас уже как-то... Вообще, помните, что нужно делать счастливым билетиком, когда попадаются парные числа, либо все одинаковые числа? В детстве считали, и как считаешь, его нужно съесть. Был грех, наверное, но сейчас уже нет. А сейчас бы что загадали бы, если бы вам попался бы счастливый билетик? Да, чтоб мир был. А вы знаете вообще, что это такое, счастливый билетик? Да, это какие-то совпадения цифр, наверное. Комбинация. Потом еще его съесть нужно было. Нет, я не ем бумагу. Вообще, как бы считали когда-нибудь, помните вообще, что такое счастливый билетик? Ну да, первые три цифры сложить, потом вторые три цифры. А потом что нужно с ним сделать? Съесть. Ели? Совпадает. Нет, не ела. Почему? Я ела. Да как-то... В такси? Нет. Да нет, когда малые были, на автобусах катались, мы ели билетики. Я не ела. Видимо, поэтому желание не сбывалось. Что загадывали? Машину, квартиру. Все есть. Все есть? Это все благодаря счастливому билетику, считаете? Однозначно. Не производили манипуляции? Я сам водителем был, понимаешь? У вас было сплошное счастье. Хорошо, а если бы вам попался сейчас счастливый билетик, что бы вы загадали? Всем здоровья и благополучия. Нет, я не верю в такое. Я не верю, что желания могут сбыться в бумажке. Даже в новогоднюю ночь, когда сжигают. Я всегда стремлюсь к своей цели любыми путями, любыми способами. Даже на мнение людей я закрываю глаза. Прям такой вот прагматичный реализм, мне кажется. Ну, такая жизнь. Я в этом году даже поменяла свою жизнь кардинально, что я не побоялась никаких перемен, ничего. Как вы изменили свою жизнь? Изменила работу, изменила город проживания, не побоялась ничего. Обращаю давно внимание. Ну, а раньше вообще когда-то было? В детстве, что ли? Ну, не в детстве, почему, в юности? Никак-то не решала этот вопрос никогда. То есть не жевали билет, не загадывали желание? Честно, не жевала. Хорошо, но если бы сейчас вам попался бы счастливый билетик, что бы вы пожелали? Я его? Чтобы вы пожелали. Съесть-то уже в априори придется, потому что желание будет загадано. Счастье и здоровье только. Самое главное, да. И мир во всем мире. Анжела, нужно было есть билеты в свое время, как подруга. Алина, ну вот как-то не подумала я. Не захотела. Можно попробовать с кассовыми чеками с новыми. Как вы думаете, прокатит такое или нет? Мне кажется, нет. Его будет тяжело съесть. Что бы вы загадали? Машину. Как у подруги хочется, чтобы все сложилось. Квартира не нужна. Квартира у меня есть, не надо. Она будет жить в машине. Ты бы вышла за меня замуж? Мое желание уже сбылось. То есть я не боюсь перемены меня закаляют и делают сильнее. И я тот человек, который перемены, да без проблем, я их преодолею. Почему бы еще не все-таки не подкинуть? Как бы ко всему есть позитив. Позитив, да, это хорошо. И это всегда настроение хорошее, что все, всегда стимул стремится к чему-то. Почему бы нет? Тем более, это такой период, когда 30+, когда ты или достигаешь, или ты просто будешь сидеть на одном месте. То есть это такой, то есть, ну, возраст, когда нужно к чему-то стремиться. Если у тебя нет цели, то смысл вообще жить. Да. Вообще, а что это такое? Что нужно делать? Там нужно было складывать числа, либо они все одинаковые, либо по три числа нужно складывать, чтобы одинаковые цифры. И тогда загадывая желание, если дашь билетик, оно должно обязательно сбыться. Нет, не делал никогда. В детстве, да. Надо просто задаваться цели, не кричать об этих целях, просто эти цели для себя тут забить и знать, пробовать, что ты, как я, например, если я уверена, что я это смогу делать, я за это буду браться. Если я, например, 100%, например, знаю, что я не могу прыгать, там, перепрыгнуть через лужу, то я даже браться не буду, говорю, я не могу. То есть я, например, для себя ставлю цели, которые, ну, я могу достигать. Если я вижу, что эта цель у меня, ну, непреодолима или сложная, я даже не забраться не потому, что, ну, это на провал. У меня на провал. Если бы вам сейчас
сейчас бы попался бы счастливый билетик, что бы вы загадали? Ну, даже нужно подумать. Если это же одно желание, нужно подумать, чтобы такое серьезное. Потому что не зря же есть его потом. Да, не просто ж так сказать. Хот-дог. Хот-дог? Нет. Можно квартиру? А потом хот-дог. Я, например, когда что-то делаю, я чувствую. То есть мне интуиция подсказывает, что это мое, что нужно за это браться. Да, бывают моменты, когда ты не уверен, но, блин, рискую, я рискую. И я не жалею, что я рискую. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Шампанское я люблю.